Вот, смотри, что это, можно так? Можно вот так, вот так вот. Вот. Можно вот это вот, все, переносить. On Thursday, a Malaysian civilian airliner was shot down over eastern Ukraine. All 298 people aboard died, making it the single largest loss of life in a single event in the conflict in eastern Ukraine over the entire period. What's more, everybody on board was a foreigner, had nothing to do with the conflict here, so this is bringing the conflict in Ukraine to the doorstep of the international community, and it's a watershed moment because now the entire world is asking how this tragedy happened. It's going to be very difficult to find out exactly what happened because even when it's an ordinary plane crash, it's often hard to get the facts. But in this situation, it's a plane crash that's taking place in an active war zone. So to have an impartial investigation there that can safely conduct its work is going to be very difficult to do. Ты сейчас просто офигеешь. Ты просто офигеешь. Значит, как все начиналось? Гул самолета, потом как взрыв. И вот это началось все падать. В направлении Грабова, в ту сторону направления, поднялся черное облако большое. Ну, судя по этому, все взорвалось, наверное, крылья. И основная масса там самолета. А здесь начали просто с неба падать люди. На крыши домов, в огороды. Вот, пошли ты посмотри все туда. Вот, смотри, что это, можно так? Можно вот так, вот так вот. Вот. Можно вот это вот, все, переносить. Летели до меня, до Ореха, вон, вот, тут, вот это мой дом. Потом разворачиваются надо мной и начинают падать. Вот так. Я думала, это бомбы. Думаю, что он тоже. Потому что я думала, что сейчас взрываться будет. На сегодняшний день, конечно, это все тяжело и трагично переживать. Но когда нас здесь бьют по всем городам, вот. Наших детей убивают. Путин и наше правительство кричит на весь мир. Нас никто не слышит. Вот случилось. Услышьте теперь нас. Услышат все. Приехали мы с города Снежного, шахта Заря. Раз случилось такое, должны помочь. Разобраться это что-то ситуации, розыски людей помочь. Вот и ищем. Как получается? Видно, что разгерметизировался. И выдувало их оттуда, видно, падали, потому что есть тела раздетые, снимала одежду с них. Все, вот находим. И одежду находим. И людей в креслах, которые с креслами вместе летели. Война, что происходит? Воюют. Вот, против мирного населения идет. Мирные есть, военных нету, а мирное население страдает. Вчора, нехтуючи будь-якими правилами війни, вони чинили зухвалий терористичний акт відносно цивільного громадянського судна, рейсового судна, який вилітав з Амстердама до Малайзії. В результаті чого загинула велика кількість ні в чому невинних людей, жителів країни ЄС, країн Західного, країн Сполучених Штатів Америки,
Саме тому Україна зараз робить відповідні кроки для того, щоб проводилась відповідна міжнародна перевірка. Створена урядова комісія, яка зараз проводить перевірку всіх цих фактів, наскільки це можливо в цих умовах. Україна також звернулася до всіх країн світу, які безпосередньо мають можливість контролювати простір за рахунок космічних супутників, щоб дати відповідну оцінку тим діям, тим терористам, які скоїли цей зухвалий злочин. Хотів би також наголосити на те, що цей зухвалий терористичний злочин, терористичний акт, який був скоєний вчора, вказує саме всім тим країнам світу, що Україна бореться не просто з бандитськими формуваннями, з окремими терористами. Україна бореться з міжнародним тероризмом, який, на превеликий жаль, підтримується Російською Федерацією. It's hard to overstate the significance of what has happened because of the high human cost of this incident, but also because powers on both sides of the conflict, the Western governments backing Ukraine, the Russian government backing the separatists, they may try to use this tragedy to further their political interests here. We have to hope that they're going to use it instead to put an end to the fighting.